Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить об игре, которая называется Far Cry Poker. И представляет себе аркадный покер по одноименной игре. Так, давайте пропустим вот это вот, то, что он показывает. Так, ну, достаточно, кстати, интересно сделано. Сейчас поймете, почему это не стандартный покер. Нажимаем, так сказать, этот уровень. И давайте в него сыграем. Нажимаем играть. Что мы должны делать? Вот пока у нас падает наша карта, у нас есть задание, да, сделать одну пару. То есть, когда мы тапаем, у нас рандомным образом карты меняются. И потом приземляются, и так, которые масти или вот этот король или десятка, они остаются. Вот, идея очень интересная, мне это очень нравится, безумно, можно сказать, нравится, хотя игра достаточно такая простая, да? Тут нет никакой графики. А, надо было две пары сделать. И надо, как понимаю, успеть две пары. Вот видите, у меня это не получилось сделать. После этого карты сгорают. Ну, вот сейчас у меня есть две четверки. У меня получится, наконец-то, выполнить данное задание. А вот на то, что игра называется Far Cry, ну, это специально сделано, чтобы привлечь других людей, фанатов данной игры. Но все равно игра качественно выполнена. Поэтому вопросов в данной игре вообще у меня не возникает. Даже вроде как, если не ошибаюсь, можно играть с друзьями. Тут, вот, видите, задание я выполнил. Все, я прошел эту миссию. Мне дает определенное количество каких-то фишек. Вот, нажимаем. И вот так мы будем проходить вот этот данный стол. Ну, как я понимаю, какие-то все-таки аспекты Far Cry есть. Вот этот, наверное, ролик, что это? Какой-то стол. Давайте нажмем вторую. Игра, как вы видите, на русском языке, все понятно, интуитивно и интересно. Мы помимо этого можем только две пары, мы можем как стандартный в покер, там флеши, стриты делать, как мы хотим, короче. Короче, интересная игра, если вам нравится покер, а тем более такой аркадный покер, и вы фанатеете от Far Cry, хотя никак игра не связана, то советую в нее сыграть, потому что игра все в ней хорошо выполнена. Так, по графике, ну тут по графике сложно судить, но я сужу по графическому стилю. Мне он нравится, поэтому ставлю четверку. Музыки как таковой нет, поставлю тройку, управление на пятерку. По интересности, то есть вот насколько вы часто будете в нее играть, играбельность, как переигровка, поставлю все-таки четверку, потому что мне такая игра нравится. С вами был незабываемый всем великий ужасный Андроид Андроидович. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал и вступить в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч!